На открытии выставки творческих работ женщин Гагаузии в художественной галерее города Камрад присутствовали представители управления культуры Гагаузии, авторы экспонатов. Начальник управления культуры Василий Иванчук вручил им грамоты и цветы. Даже с первого взгляда, когда заходишь в зал и смотришь, впечатление сразу остается огромное впечатление. У нас в Гагаузии есть таланты, и хочу сказать, что наши женщины молодцы, и тем более они как собрались и буквально за несколько дней организовали вот такую выставку. Женщины более эмоциональные, они все свои эмоции выплескивают на холст, на бумагу. И вот именно что выставка самая яркая, насыщенная. И вот благодаря этой выставке мы начинаем игру и весну, поднимаем себе настроение и начинаем новый весенний год с этих экспозиций. Ну, каждый год перед 8 марта мы выставляем все женщины Гагаузии, выставляем свои работы в художественной галерее. И именно вот здесь вот у нас праздничное настроение. Отрадно, что ежегодно в выставке добавляются новые участницы. В этой выставке было предоставлено более 90 работ 14 участниц прекрасного пола. Талант и разнообразие форм, выражение творчества поразил посетителей своими находками. Это и картины, изображенные традиционным способом, и картины, сотканные из семян, вышивка, батик, сувениры из бисера. Здесь разные стили работы, разные темы непосредственно показаны. Это то, что классически называется доброе вечное, то, что действительно воспитывает чувство прекрасного, любви. И посмотрев на это, и хочется жить, и действительно чувствуется такое тепло, предпраздничное настроение. Цветы, деревья, и все цветет, расцветает, прежде всего в душе, от чего и возникает желание творить. Весеннее настроение, но моя работа не зависит от именно от этой выставки. То есть я могу, здесь у меня и времена года, и просто пейзаж. Я вышиваю то, что мне нравится. То, что я задумала, то я и вышиваю. Творческое начало заложено в каждой женщине. Оно источник счастливых эмоций и радостных открытий. И у каждой свой путь и искание, своя история успеха в творчестве. Ведь весна, женщина и красота одного рода.